Ну ладно. Тогда я ёжку поставил, получается. Все, да? Вообще как-то, блин, так интересно окопалось, что хрен подберешься. Так, значит, теперь я. Сама не знаю, как так получилось. Раз, два, три, же, три я... карты буквально понятно так, же, хлоп. А, все, у меня угу. Понятно же, что я буду брать, да? Так. Все, все начинай нервничать. Выиграет Commodore Wayans. Да. Если он есть, да. Так уже ничья. Так, значит, дальше я беру себе 3 бакса. Так, я могу построить здание. Ребята, я могу где-нибудь построить здание? Нет. А нет, можно. Можно? Можно, можно. Здесь можно, здание. Да. А, ну да, за 18. А что они мне дают? Каждый раз, когда они дают? 3 бакса каждый ход. От, нет, от, не, от этих неприятностей можно откупиться. Да, 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 да. Так, откупиться это неприятно. А что еще? Так их там не осталось, ё-моё. Ну, да, не осталось. Я не буду строить чужое здание. Так а смысл это тоже их копить. А так это, ну мало ли, круг осталось. Вот. А деньги-то ты все равно не потеряешь. У тебя денег и так дофигища. Интересно. А сумма, деньги-то сумма-то денег все равно считается. Я понимаю, если что, у меня там будет нечем ответить. Дело ваше. Угу. Так, эту продаю. Ю за 2 бакса. Так, что у меня там? Желтых валить. Желтых валить. Пить желтых. Не добраться до них. А, можно? Только сейчас надо подумать. Поставить услугу. Отсюда? Да. Раз, два, три, четыре. Не передвиньте слугу. Так, поставьте, да? Да, поставьте. Угу. Так у меня вот именно, что мне вот смысла нету вообще. Вот именно, что смысла нету вообще. А, нет, согласна? Почему? Есть. Нету смысла вот вообще. На тебе 2 денежки. Зачем? Вот. Не, мы вот этого вот уберем. Беденько. И строить я ничего не буду. Все. Так, теперь я хожу. Забираю карточку. Бунты. Если на игровом поле находится 8 или более жетонов неприятностей, игра немедленно заканчивается. Нет, 5. Все, сбрасываю. Все, отлично. Что еще? 5. Вот, 10. Вот, надо. Да. Так, следующее. Возьмите 2 карточки. Следующее. Еще одно. Землетрясение. Бросьте кубик дважды и уберите все здания из районов соответствующим. Шмар какой. Вот что значит напоследок. Вот так. Сюда, сюда, возвращаемся. За что? 12. Что еще мы? Сейчас мы. 3 или 11 моего поедешь. 3 или 11. Смотри, смотри, смотри. Я тебе говорю, кубики не мои вообще, блин. Да ладно, конец игры, я не так разбираюсь. Конец игры не так разбираюсь. У тебя 7 денег. Так смысл лишили. Да. Да, вообще. Следующее. Смотри, там одна карта осталась. Следующее, следующее. Что же мы сделаем? Коммодор сидит в форме. А все, ты заканчиваешь ход. Погоны минут. Ты заканчиваешь ход, берешь карту и конец игры. А, то есть я выиграла, да? То есть там ни хрена не дают. Или вон командор. Колода кончается, все же. Да. Сразу же причем. Как только последняя карта берется из колоды, все. Ну ладно, бей без разницы. Ставьте одного игрока, да. А вот, кстати, последний ход у тебя все очки у тебя выбили. 30 очков просто сразу нафиг. Да. $3 кто-то кому-то отдает. Кто кому? Давай, ты ему. Все, да. Я ставлю сулу. Типа, ну, когда командор Вайса, типа, нет, да? Если в игре, то считается. Конец игры. И все. Кто там? Командор-то у вас. Ну, там уже все понятно. В форме сидит. Командор.